Мирославу Панчину 23 года, и он уже успел получить профессию, но считает службу в армии своей обязанностью. Я учился, у меня профессия метеоролог, учился в ТОПСе, получил профессию и пришел сюда вот проходить воинскую службу. В принципе, каждый должен пройти через это. Каждый для себя что-нибудь извлечет, какой-нибудь полезный урок. Желание и твердое убеждение, что каждый должен пройти через армию, в первую очередь прививают родители. Я сам служил когда-то и считаю, что каждый должен служить в армии. Физическое здоровье для новобранца – важный показатель, основа для распределения в определенный вид войск. Вот этот призыв, вот именно осенний призыв, очень мало ребят, которые, ну, как вам сказать, более слабое здоровье. Более половины, где-то 89 человек, это А-категория. То есть готовы служить в десантных войсках, в морской пехоте, на флоте. Среди ребят популярностью пользуются морская пехота, воздушно-десантные войска и флот. Предпочтение либо ВДВ, либо морфлот. А, то есть и на море? И на море, да. Я занимался дайвингом, и поэтому хотелось бы в водолазы пойти. Престижность таких родов войск понятна. Много фильмов снято про десантников, моряков, романтический образ героя-спасателя. Но главное, у ребят есть осознанное желание служить родине, выполнить свой долг перед отечеством. Только из Анапы ежегодно в ряды российской армии отправляются около 400 ребят. И это достойный выбор.